Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, если меня видно и слышно. Просто напишите, с какого города. Я вот вижу с нами Рязань. Давайте узнаем, кто же все-таки набрался смелости и сил. Да, у нас почти 60 человек. Скажем так, в сложный для учителей период, а именно май, когда скоро экзамены, когда нужно сдавать кучу различных бумаг. Вот, хочется знать героев. Так, Ангарск, Иркутская область с нами. Коллеги пишут просто, что связь хорошая. Новочеркасск, Ростовская область. Бронница, Московская область. Отлично. Шушенская, Красноярский край. Кемерово. Угу. Добрый вечер, коллеги. Так. Уже понятно, что связь как минимум хорошая, но тем не менее мне все равно интересно, кто же сегодня с нами на связи, потому что многих из вас я хорошо помню и знаю, и всегда узнаю в чате, и рад видеть и приветствовать. Вот, Браск пишет, что звук нормальный, тоже это очень хорошо. Это важно, потому что тема сегодняшняя у нас будет с вами интересная. Сразу по утреннему вебинару могу сказать, что получилось так достаточно компактно, то есть там 50-55 минут мы утром уложились. Вот, потому что что-то последний вебинар мои были очень затянутыми, мне кажется, многие уставали. Вот, так что я думаю, что сегодня как раз все будет хорошо. Так, Екатеринбург тоже с нами. Отлично. Итак, мы говорим о необычных уроках английского языка в мае, как интересно завершить учебный год. То есть, чтобы такого придумать, чтобы сделать для того, чтобы вот эти последние уроки не превращались. Вот Тамара пишет, хорошо, а то у нас 22.10 уже, да, ну тогда тем более, действительно очень хорошо, Апатитова с нами. Действительно хочется, чтобы вот эти уроки в мае не воспринимались учащимися как каторга. Мы должны прекрасно понимать и осознавать то, что они уже устали, то, что за окном чаще всего хорошая погода, и все это очень сильно препятствует именно качественному обучению. Плюс ко всему, 99% из них прекрасно знают, какая у них будет четвертная оценка, какая будет годовая оценка, и контрольные работы годовые уже в большинстве своем пройдены. Поэтому, конечно же, мотивация к обучению становится крайне мало. И да, можно пойти самым простым путем, включить просто кино на английском языке, подходящее по возрасту и уровню знаний, но будет ли это эффективно и качественно? Иногда да, но иногда, тем не менее, нет, особенно когда таких уроков должно быть целых 2 недели. Обычно, да, действительно, где-то уроков 5-6, иногда даже чуть больше, которые, вот, собственно говоря, находятся у нас в таком подвешенном, я бы сказал, состоянии. Ну что ж, давайте во всем постепенно разбираться. Сразу могу сказать, что я задумывался, такая у меня идея сегодняшнего вебинара, навести на вас на различные творческие идеи, мысли, которые просто лежат вот совсем рядом с нами. То есть вот смотреть вебинар не как инструкцию, в первую очередь, к применению, а как возможность получить какие-то идеи, которые вы можете модернизировать, как-то видоизменить таким образом, чтобы получить хороший результат для себя и для того, чтобы загореться тем, чтобы провести вот такой интересный урок для своих учащихся. Причем не обязательно проводить его должны вы, мы сегодня увидим такие хорошо знакомые приемы, когда все-таки максимум работы возлагается на них, я имею в виду на учащихся. Итак, какие проблемы уроков в конце учебного года можно выделить? Ну, чаще всего сказывается весенняя усталость, которая выражается следующими признаками. Учащиеся могут делать глупые ошибки в тетрадях по тем предметам, в которых раньше были успешны. То есть, например, они хорошо знают у нас present simple. Да? Но, тем не менее, в конце года из-за того, что уже усталость, падает внимание, концентрация внимания вообще практически на нуле. Вот могут происходить такие ошибки. Подолгу сидит без дела, болтает ногами или перебирает в руках предметы. Тоже очень частое явление, особенно в конце года, и даже у отличников мы можем это встретить. Эмоционально больше обычного.
Тоже такое частое явление, то есть когда, как у маленьких детей, усталость уже зашкаливает, выплескиваются все скрытые эмоции. Не можешь заставить себя сесть за уроки, либо делать их быстро и плохо, чтобы отделаться от них, хотя раньше этого не наблюдалось. Опять-таки, явный признак весенней усталости. Засыпать непривычное для них время, больше обычного вялое, капризное или сонливое. Часто грубит или обижается, тоже может происходить это из-за того, что у меня было такое, что даже отличница в 7-8 классах начинали как-то достаточно агрессивно разговаривать. Это, конечно же, из-за вот этого весеннего состояния, авитаминоза, конечно же. Не сразу реагируют на обращение. Забывчивы, могут забыть книгу, тетрадь, выполнить поручение. Во время письма могут менять почерк. Сидя на стуле, могут принимать такую позу, одна нога под себя, голова на руке. То есть, я устал, хочу спать, называется поза. Опаздывают на уроки, испытывают головные боли во второй половине дня, могут появиться темные круги под глазами, и такие, в таком состоянии учащиеся чаще болеют, несмотря на то, что период простуд, период, скажем так, гриппов уже прошел, но тем не менее, вот эта усталость очень сильно давит на иммунитет, понижает его, и такие учащиеся могут заболевать просто ни с того, ни с сего. Как построить занятия? Это тот вопрос, который мы чаще с вами оставим открытым. Я думаю, что много чего интересного сегодня вам придет в голову на базе того, что, опять-таки, расскажу вам я. Вот, увидите вы какие-то пути, и, собственно говоря, ради этого мы сегодня с вами и собрались. Итак, как можно построить занятия? В первую очередь нужно вспомнить о том, что это самое время для заданий, на которые часто не хватает времени. На что не хватает обычно времени на обычных уроках? На проекты и микропроекты, потому что хочется объять необъятное, и, конечно же, они занимают достаточно длительное время, поэтому хочется идти вперед. Вот сейчас самое время вернуться к ним. Опять-таки, это хорошая возможность немножко позаботиться о себе, снизить на себя нагрузку, поскольку в таком случае учащиеся максимально работают самостоятельно, на уроке представляют результаты своей работы, и от нас требуется лишь консультативная и организационная помощь. Можно использовать обучающие компьютерные программы, и о них мы давали несколько вебинаров. Если кто-то с ними не знаком, то можно посмотреть в видеозаписях, понять, что это очень удобная и интересная вещь, которая позволяет повторить пройденный материал в новой форме. И учащийся, сколько раз я этот способ использовал, обычно даже не обращает внимания на то, что они все это уже проходили и все это было. Дискуссии, ролевые игры, обсуждения и так далее тоже очень хорошо работают. Плюс крайне полезны, то есть тут и КПД будет высокое, можно в средних старших классах явно использовать. Мы сегодня посмотрим с вами, в каких ситуациях очень интересно все это можно проработать. Активно использовать в работе, конечно же, творческий подход, то есть любая ваша идея должна быть, прежде чем быть отклонена или модернизирована, рассмотрена со всех сторон вами же. Потому что очень много творческих мыслей может совершенно замечательно сработаться. Конечно же, стоит использовать дополнительные пособия, поскольку учащихся уже становится такое противостояние против учебников. Не хотят они в них заглядывать, не хотят они их уже открывать. Поэтому, конечно же, было бы интересно и полезно, если бы они поработали с дополнительными пособиями. Ну что ж, давайте обо всем по порядку. Начнем мы с микропроектов, поскольку в первую очередь микропроекты относятся к начальной школе, и так, собственно говоря, удобнее нам с вами будет пойти. Итак, какие есть признаки микропроекта? Во-первых, они проводятся в рамках одного занятия. То есть, когда мы на занятии даем задание, и ближе во второй половине, ближе к концу задания учащиеся отчитываются с результатами своей работы. Позволяет разнообразить виды деятельности, сохраняя учебную цель. Создает условия для использования изучаемого языка в повседневной деятельности. Мы с вами это увидим, как это авторами реализуется.
Результат микропроекта может стать опорой для дальнейшей работы. То есть, соответственно, с этим мы всем также можем интересно поработать. Какие микропроекты можно предложить, вообще что является микропроектом? Например, в редапе для второго класса можно встретить вот такой микропроект. И нам нужно прочитать инструкцию, сделать открытку для друга. У нас есть с вами инструкции, которые помогают нам войти в стандартную ситуацию общения, когда мы, допустим, читаем какие-то инструкции, должны выполнить какие-то задания. Вот именно с этим знакомится у нас с вами учащийся в данном 15-м упражнении страница 29 редапа для второго класса. Можно нарисовать единорогушку, можно нарисовать какое-нибудь другое животное и мотивацию дать такую, что мы хотим своему однокласснику оставить открытку, чтобы он за лето, собственно говоря, не скучал, не забыл, что мы все рядом, что мы все соберемся вновь в третьем классе. Так, еще один интересный проект, микропроект в третьем классе, где нам нужно из шарика и некоторых подручных материалов создать вот такого веселого клоуна. Здесь плюс ко всему еще, что мне нравится, есть пример того, как представить свою работу. Да, для второго класса это будет крайне полезно, интересно. Я думаю, что учащихся, которые будут отрицать выполнение данного задания, будет наименьшее количество. Из интересных фактов. Ученые пришли к выводу, что приблизительно треть всей поверхности двигательной проекции головного мозга занимает именно проекция кисти рук, которая располагается рядом с речевой зоной. Из этого следует следующий вывод. Развитие речи ребенка и развитие мелкой моторики – два взаимосвязанных неразрывных процесса. Поэтому, конечно же, опять-таки нам плюс, который говорит, что мы за микропроекты, поскольку действительно мелкая моторика очень хорошо развивается при выполнении различных творческих заданий. Что в итоге развивает мозг? В редапе для четвертого класса мы можем встретить тоже очень интересное задание, где нам нужно создать свой собственный талисман Олимпийских игр, представить его учащимся. Для нас с точки зрения языка это, пожалуй, самый важный момент, именно представление результатов. И с одной стороны, с другой стороны, очень важно то, что учащиеся выполнение задания прямо на уроке, что это не занимает у них огромное количество времени, хотя достаточно большое, конечно же, займет, что позволяет нам все это сделать удобно и комфортно и провести урок с пользой для учащихся, с пользой для дела. В редапе в Миле, учебниках для 4 класса, мы также можем встретить интересное упражнение, где мы должны сделать такую интересную как-то навершие для карандаша или ручки. Да, тоже так индивидуализировать свой тот или иной предмет, там, ручку, карандаш или что-то в этом духе. Да, коллеги, забыл сказать, если у вас будут вопросы или какие-то комментарии, то пишите, не стесняйтесь. Почему-то на новой площадке все боятся писать комментарии. Не надо этого бояться. Здесь все то же самое, как у нас с вами было раньше. Немножко по-другому просто все скомпоновано, но тем не менее удобно, комфортно, и с этим можно работать. И не стесняйтесь, пишите, собственно говоря, вопросы. Миле для третьего класса мы можем встретить, прошу прощения, метапредметном портфеле для третьего класса, мы можем встретить интересный проект Birthday Party Planner, в котором, собственно говоря, учащиеся могут с которым поработать, придумать и кого бы они пригласили, и на какую дату, собственно говоря, какие игры они бы с учащимися сделали, какие декорации они бы использовали, нужны ли они, где предлагается нарисовать символ день рождения вечеринки. Я думаю, такой проект с удовольствием учащиеся выполнят, и это даст возможность провести интересный урок, опять-таки, с пользой для развития навыков английского языка.
В happyenglish.ru для третьего класса также мы можем строить проект, где нам нужно описать путь в рабочей тетради, да, к сокровищам. Тоже очень интересное и полезное задание, которое может быть выполнено в виде такого микропроекта. В happyenglish.ru также для третьего класса есть интересное задание, где нам необходимо сказать, как ты обычно делаешь то или это, да, и затем представить, что твоя любимая игрушка могла бы написать о том, как ты обычно проводишь время. Помоги игрушке и напиши этот рассказ от ее имени. Очень интересное такое проектное задание, выполнимое для учащихся третьего класса, поэтому, конечно же, имеет смысл подобное задание использовать. Формулировка задания и вот эти строчки у нас расположены в рабочей тетради номер 2 для третьего класса. Далее давайте рассмотрим непосредственно сам метод проектов. Это метод, в основе которого лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. И тут что для нас важно? Во-первых, конечно же, развитие для нас важно, для учащихся. Ориентироваться в информационном пространстве и критическое мышление. Это первое очередное, что для нас с вами является крайне важным. Соответственно, конечно же, использовать проекты интересно, полезно, и в оставшееся время самое оно для того, чтобы заинтересовать учащихся таким видом деятельности. Опять-таки нужно обращать внимание, чем интересуется в среднем хотя бы ваша группа, какие задания были бы им интересны, потому что если сама формулировка задания, тема им будет не близко, не интересна, то в такой период времени вы хороших результатов не добьетесь. Итак, что еще, скажем так, говорит за то, чтобы мы использовали проектную деятельность для вот этих последних уроков, сколько пользы они могут принести. Итак, проектная деятельность включает обучение в сотрудничестве, то есть мы их попробуем хотя бы начать учить, как же работать в команде, как взаимодействовать с командой, потому что они у нас стали чересчур индивидуалистами, общаются они только через социальные сети, это несет, скажем так, некоторый отпечаток. На переменах они также в телефоне, поэтому, конечно же, обучение сотрудничества будет для них полезно. Собственно говоря, исследования, да, дискуссии, беседы, мозговые атаки и рефлексии – это те знания, которые потребуются им в дальнейшей профессиональной деятельности, поэтому акцентируйте их внимание на этом. Научный метод также будет использоваться и поиск и ролевые игры, поэтому, конечно же, в проектной деятельности очень много возможностей для развития учащихся. А зачем нужен метод проектов? То есть, казалось бы, нет его и нет. Но он нужен, чтобы научить учащихся самостоятельному критическому мышлению, умению работать с информацией, научить размышлять, опираясь на знания фактов и закономерностей науки, делать обоснованные выводы, научить принимать самостоятельные аргументированные решения, научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. Особенности проектной деятельности. Это разнообразие тем заданий, видов деятельности, способов взаимодействия, аутентичность языкового материала, задания, событий и опыта учащихся. То есть проектная деятельность еще полезна тем, что у учащихся появляется свой собственный опыт. Выполнение заданий, набивание первых шишек, все это будет очень полезно. Взаимосвязь учебного материала с опытом и потребностями учащихся, личностная вовлеченность, удовольствие от работы. И если не будет личностной вовлеченности, если тема им будет не близкая, не интересна, то, соответственно, особенно в мае, такой проект просто будет обречен. Повышение мотивации, создание ситуации успеха, когда мы их подбадриваем, когда мы им подсказываем, как поступить, но оставляем возможность проявить себя, наводим их на правильные мысли, хвалим. Это, конечно же, повышение мотивации. Расширение словарного запаса учащихся и употребление его в значимом
контексте, также будет крайне важно для наших с вами учащихся. Создание условий для эффективной самостоятельной работы. Давайте посмотрим, что же нам для этого требуется. Итак, это наличие у учащегося положительной мотивации, конечно же. Четкая постановка познавательных задач, пояснение способа их выполнения. То есть, если у нас с вами идет неточная формулировка, если учащийся не понимает, что же от них требуется, то ничего хорошего не получится. Точно так же у нас с вами. Если у нас начальник будет говорить как-то расплывчато, размыто, не обозначать сроков, то никогда ничего хорошего не будет. Если четко нам сказано завучем, что отчет нужно дать до такого-то числа, дальше будут там штраф, санкции, просто куча объяснительных, которые мы с вами не любим писать, то всем все понятно. Есть такой-то срок, нужно это сделать, как нужно сделать, тоже рассказано, допустим, обозначено 5 шагов, которые обязательно должны быть. Четкая постановка познавательных задач и пояснение способа их выполнения. Определение преподавателям форм отчетности, объема работы и срока сдачи работы. Поскольку это все очень важные факторы, потому что если мы будем представлять проект устно, то это будет одна история. Если мы будем его представлять, допустим, при помощи какого-то видеоконтента, это, конечно же, будет совершенно другая история. Определение видов консультационной помощи и критерии оценок. То есть учащиеся должны понимать, что они могут прийти к учителю, спросить у него что-то, проконсультироваться. Осознание учащимися полученного нового знания как личностной ценности. Тоже очень важно и полезно для того, чтобы они понимали, где дальше они смогут применить полученные навыки, универсальные умения. Татьяна пишет, горячо поддерживает проект как логичный и при том интересный в завершении раздела модуля секции. А если еще проект включен авторами в учебник или рабочую тетрадь, это просто прекрасно. Да, именно так. И в конце года вот у нас как раз самое время для того, чтобы проводить проектную деятельность, поэтому не стоит упускать такой возможности. Что можно использовать в качестве таких самых простых проектов и, собственно говоря, дальше все больше и больше. Например, разделить на несколько команд в happyenglish.ru, это у нас с вами находится для второго класса. Распределите роли в песне и подготовьтесь ее инсценировать на следующем уроке. Проведите конкурс. Хорошая проектная деятельность где для второго класса, где результатом будет либо правильная спетая песня, либо, собственно говоря, неправильная. Как им построить работу? На что обратить внимание? Это, конечно же, вот задача всей команды в общем – выработать такие навыки и умения. Проект в четвертом классе happyenglish.ru. Что нам предлагается? Нарисуй или найди фотографию школьной формы, которая тебе нравится. Опиши ее. В классе прочитай описание своему соседу по парте, не показывая ему рисунок. Твой сосед должен быть нарисовать эту школьную форму. Очень хорошая проектная деятельность, плюс опять-таки даются нам слова-подсказки, да, во втором задании, когда нужно представить школьную форму, которая тебе нравится. Скажи, почему она тебе нравится, используй слова и выражения. Эти слова и выражения можно использовать и в уроке 14 в happyenglish.ru для 4 класса. Все это будет, конечно же, полезно, правильно. Опять-таки, они будут приносить вам всякие различные и школьные формы, и стратегии будут разные их выполнения. Поэтому здесь можно очень интересно поработать. Если учащийся категорически против формы, я всю жизнь, сколько себя помню, был очень сильно против формы в школе, я всегда за деловой стиль одежды, то учащийся должен, соответственно, сделать проект, который доказывал бы, почему деловой стиль одежды, например, намного лучше, чем форма. Еще один интересный проект, как я говорил, мы постепенно будем идти вверх и вверх в примерах. happyenglish.ru для 5 класса называется Project My Family.
где нужно представить свой проект одноклассникам, ответить на вопросы одноклассников, обсудить, чей проект получится наиболее интересным по следующим показателям. Это необычная история, новая информация, интересное оформление, интересные фотографии. Да, вот хороший простор для деятельности учащихся, для того, чтобы они у нас выполнили такую интересную работу, поработали сами, а мы в это время, например, успели бы проверить 2-3 тетради и послушать, что же они отвечают. Либо просто немножко переключиться и отдохнуть. А также очень интересный проект, который нам предлагается, где мы должны придумать свой интересный рецепт пиццы. Да, можно опять-таки, если позволяет время, настроение, чтобы учащиеся и приготовили, и угостили учащихся других данной пиццей. Можно просто придумать новый интересный рецепт. Также будет крайне полезно. Так, почему-то я назад. Давайте вперед. В happyenglish.ru в рабочей тетради под номером 2 есть, например, вот такой проект Starter Reading Club, где нам нужно разделиться на группы и выбрать название клуба, моделировать дизайн логотипа. Так. Значит, сделать постер, прочитать эти постеры для других глупых клубов и обсудить их. Да, все это также возможно, также интересно. И если им будут приходить в голову мысли о том, что нужно открыть клуб лежащих на диване, или же клуб не просыпающихся утром по будильнику, и многое-многое другое, не стоит их останавливать в этом. Пускай они все придумают, рассказывают, если на английском языке, то ну как тут можно быть против? Хотят, пускай рассказывают. А в учебниках New Millennium English можно встретить вот такие интересные проекты, где рассказывается о том, как их сделать. Это в данном случае пример из 6 класса. Даются наводящие вопросы. Дается масса дополнительной информации, понятно, как выполнять, что необходимо сделать. Все это будет крайне полезно и поможет учащимся нашим с вами понять, какие шаги они должны выполнить, чтобы справиться с данным заданием. Еще один пример из New Millennium English для 5 класса, где нам необходимо подумать о том и рассказать о том, как мы будем защищать свою собственную природу. Очень актуальная тема для конца учебного года, особенно для 5 класса, когда есть еще большое желание покидать что-нибудь мимо урны, и кажется, что это просто предел своего величия, или, как скажут современные подростки, крутости. Еще один яркий пример – это в New Millennium English для 9 класса, где нам рассказывается о том, как правильно структурировать свою презентацию, как ее сделать намного мощнее и интереснее, что необходимо при выполнении того или иного задания, что делать категорически не надо, поэтому такие задания крайне будут интересны. В метапредметном портфеле ученика 5 класса мы также можем встретить интересный проект, где нам нужно придумать свой клуб и проагитировать вступить в этот клуб. Тут тоже можно много чего интересного придумать. Опять-таки, если будут какие-то клубы странной направленности, но в цензурном поле, то не запрещайте им, пускай будет так. Какие-то клубы имеют смысл специально переназвать в английские, для того, чтобы они проговаривали, для того, чтобы они развивали свою речь. Вот. Не стоит их, главное, ограничить. Придумать, пускай придумают какое угодно название, какой удобный логотип. Самое главное, чтобы это задание было выполнено. Приключения. Здесь мы с вами можем, благодаря метапредметному портфелю для 5 класса, пройтись по Кенсингтонскому дворцу, выполнить различные задания. И вообще вот такая модель, вот такие задания, такие карты
У нас с вами появляются в любом практически музее Лондона, даются возможность детям, собственно говоря, пройти интересно музей, поработать, собственно говоря, с ним. Поэтому в любом музее, я вот имел удовольствие недавно побывать, мы можем в Лондоне, мы встречаем, собственно говоря, вот такие интересные карты, и подобное предложила Алена Евгеньевна также с развитием метапредметных умений. Дискуссии, ролевые игры помогают сменить психологическую атмосферу урока. Это уже, скажем так, от 7 класса и выше. Вводят здоровьесберегающие технологии, развивают активную речь учащихся в учебно-речевых ситуациях и так далее. Какие учебно-речевые ситуации самые простые, мы можем, их самое главное, реальные, популярные ситуации, которые мы можем предложить, допустим, разобирать в формате ролевой игры. Когда нужно, например, выяснить, как проехать от одной станции метро до другой, в Лондоне с этой ситуацией учащиеся бы сталкивались просто постоянно, и у них есть персонал, который помогает справиться с этой задачей. Как только кто-то начинает у неработающей интерактивной карте метро стоять и не понимать, что же делать, подходит человек и спрашивает, что вам подсказать, как проехать, и говорит, на какую платформу нужно идти, потому что у них с одной и той же платформы могут и поезда и в разные направления уходить, и даже на разные ветки метро. Как я и говорил, на какую платформу пройти? Это частая ситуация и у нас с вами в России, когда иностранцы спрашивают, на какую же им нужно платформу, куда будет подан поезд, самолет или так далее. С такой ситуацией, во всяком случае, я достаточно часто сталкивался. Например, когда ездил на семинары в Ярославль. Там несколько раз попадались иностранцы, которые были очень рады, что я мог объяснить, что поезд скоро подадут, и, скорее всего, он будет именно вот здесь. И не переживайте, объяснял им, что я все равно на этом же поезде, поэтому я вас провожу и все вам подскажу. А можно ли здесь фотографировать? Очень частое явление в Европе, когда в том или ином месте фотографировать нельзя, поэтому такую ситуацию можно разыграть. Можно им предложить, например, разыграть ситуацию в Австрии, где нельзя фотографировать помимо частных владений вообще людей. И снимать на видеорегистратор. Это карается штрафом в 25 тысяч евро. Вот такую ситуацию тоже можно с ними проработать, и, собственно говоря, попытаться придумать, как же выйти из этой ситуации. Где можно найти уборную? Тоже очень частый вопрос, и поэтому ролевая игра на эту тему также была бы полезна. Как пройти регистрацию на рейс и так далее. Также инсценировки и различные ролевые игры мы можем найти в учебниках, например, в New Millennium English для 8 класса. Мы можем встретить вот такое задание под номером 4. Role play the situation when you and your friend are going to visit the National Marine Aquarium in Plymouth. Use the role cards the teachers gives you. Вот, пожалуйста, очень хороший яркий пример, то есть когда даются карточки заранее заготовленные с ролями, с подсказками, когда нам нужно действительно посетить достопримечательность. И, собственно говоря, что же может происходить в данной ситуации? Как добираются участники вот этой ролевой игры до этого национального музея? Как они, собственно говоря, выясняют какую-то необходимую им там информацию. Все это абсолютно реальная и частая ситуация. Ну что же, давайте пойдем немножко дальше. Можно импровизировать. Например, у нас часто в учебниках, как happyenglish.ru для 9 класса, попадаются карты. И мы предлагаем учащимся назначить, допустим, сейчас стрелочку покажу. Или даже, например, вот так, назначается ТА, и, допустим, они спрашивают у прохожего, да, такую ролевую игру, как им пройти в точку Б. И, соответственно, ролевая игра будет заключаться вот в чем, что, допустим, если нам тот, кто объясняет дорогу, говорит идти прямо, то мы проводим пальцем прямо. Если он говорит идти налево, мы делаем именно это. И вот какими путями он нас доведет до точки Б, своими подсказками,
Очень интересно, потому что может и вот так, да, как-то все это дело пойти. И, соответственно, очень интересно, получится или нет привести к необходимой точке, насколько хорошо получается, как это сказать-то, направить человека в нужную сторону. Да? Так. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Вот смотрю, Вологда к нам присоединяется. Отлично. Еще одна ролевая игра, да, я ее достаточно часто показываю, это суд над глобализацией в 11 классе в happyenglish.ru. Но вот лучше времени придумать, чем в мае попробовать провести. Вот Татьяна пишет, ой, это же мой любимый проект по Манхэттену. Да, можно выполнить тот проект, который представлен в учебнике, тоже без каких-либо проблем. Ну, допустим, часть учеников выполняет проект, часть вот развлекается так, что помогает довести друг друга до тех или иных точек на карте. Суд на глобализации. Очень интересная, полезная вещь. Хорошая история. Здесь есть ролевые карточки, есть все для того, чтобы весь класс у нас поучаствовал в данной дискуссии. Плюс, опять-таки, формат суда накладывает регламент. Все должно очень качественно и хорошо получиться. В Business English for Young Adults можно встретить очень реалистичные, хорошие ролевые игры, где нам, например, нужно пообщаться в таком формате, когда один будет соискателем, другой потенциальным работодателем. Можно тоже по плану пообщаться здесь. Я думаю, что будет крайне интересно. Либо вот такая ролевая игра Talk in Circles, где нам нужно выполнить вот такие инструкции. All of you are at a social event. Your aim is to talk to the greatest number of people and to touch upon as many topics as possible. As soon as you have talked with all the people in until initial group and mentioned all the topics, you may move to another group. Да, тоже такая интересная история. Опять-таки даются нам инструкции, которые мы можем, которые нам необходимо выполнить. Я думаю, что 20-25 минут от урока минимум все это займет и будет крайне интересно и полезно. Песни и стихи. Конечно же, очень хорошо нам могут помочь в эти последние уроки. Они помогают сменить психологическую атмосферу урока. Они входят в здоровьесберегающие технологии, развивают фонетические навыки, поэтому, конечно же, песнями можно и стихами можно сделать очень много интересного, полезного и, собственно говоря, поддержать интерес к занятиям на уроке. Как использовать песни на занятиях английским языком? Во-первых, заинтересовать учащихся и подготовить их к восприятию песни. Затем вспомнить знакомые слова из текста песни, они будут ключевыми. Ключевыми и помогут при первом прослушивании немного понять, о чем песня. Ввести незнакомую лексику во время прослушивания песни, картинки или движения. Спеть песню вместе с учащимися – это просто обязательно. Даже если вы не умеете петь, нужно просто махнуть на все рукой и все равно петь, потому что если вы будете мотивировать, давайте спойте вы, они, конечно же, скажут, а почему вы не поете? Вы скажете, ну, я свою, допустим, пропела, а они вам ответят, ну и мы тоже. Поэтому это единственное для некоторых из нас с вами будет минус, то, что петь придется вместе с ними. Как только они распоются, можно уже открывать больше рот, чем петь. Они уже сами будут в разогретом состоянии все это делать. Попробуй запомнить текст песни, это может занимать от 1 до 2-3 уроков. Активизировать лексический материал, использовать конструкции в речи. В метапредметном портфеле для 4 класса мы можем, вот Татьяна пишет, мы очень любим и часто поем песню. У меня на каждой перемене звучит музыка. А люблю рок. Часто слушаю Scorpions. Вот видите, вот обожаю петь, пишет Тамара. Коллеги, давайте так. Вот мы с вами и узнаем,
кто из вас любит петь вместе с учащимися на уроках, а кто не любит, есть ли такие? Давайте так, кто любит петь, ставит плюс, кто не любит петь, ставит минус. И мы так 2 секунды проведем опрос. Так, Мария и Надежда любят петь и поют с учащимися. Тамара просто очень много поет с учащимися. А Наталья Леонидовна Жаркова пишет, а я и вне уроков люблю петь, и детей подключаю, отлично. А вот Ольга пишет минус. А, так, в основном все любят петь. Мы еще в конкурсах принимаем участие. Наталья Белова пишет, любимое занятие. А Надежда пишет, каждый день стараюсь подбирать песню. А, вот смотрели на уроке мультик Мауна, и дети пели. Да, вот смотрите, коллеги, в основном все любят петь. Это, кстати, ярко показывает то, что в классе тех, кто не любит петь, будет достаточно мало. Вот из тех, кто ответил, пока что один человек ответил, что не любит петь. Если вы вот не любите петь совершенно жестко, то и песни, конечно же, стоит использовать в ограниченном количестве, потому что вы просто не раскачаете класс на то, чтобы они выполняли эту работу качественно, если данной деятельности не будете делать вместе с ними. Вот. Либо все-таки стоит вдохнуть, выдохнуть и, как получается, спеть с учащимися. Да, я, кстати, бы поставил себе плюс. Вот я спокойно пою еще и на гитаре. Когда-то играл, последний раз держал, правда, очень давно. Вот. И поэтому, конечно же, мы с учащимися также пели, поскольку в этом есть смысл. И на последних уроках было бы удивительно мне применять этот метод. Плюс, опять-таки, с песнями есть хороший плюс в том, что мы можем задать домашним заданием выучить слова песни. Понятное дело, что мы не будем спрашивать их как стихотворение на зубок, но с другой стороны, даст возможность учащимся в хорошую погоду, в хорошие дни уже немножко подышать воздухом, зарядиться витамином D от солнца, насладиться замечательным состоянием природы, когда все только просыпается, когда вот эти вот еще все листочки совсем еще салатовые, светленькие, все только распускается. Это тоже часть обучения, которая должна быть, и они должны знакомиться с миром, знакомиться с разными временами года. А если они будут только выполнять наши домашние задания, то света белого они не увидят. Но все это им предстоит еще на работе, поэтому можно вот, собственно говоря, такую поблажку замечательную сделать. Есть замечательные песни, которые мы можем использовать. Например, я думаю, что в это время года очень хорошо пойдет популярная песня из пособия Songs and Poems for Junior School Кларисы Марианны Юрьевны Кауфман «Super Cat». Многие из вас ее хорошо знают, слышали. Кто не знает, не слышал, всем советую в интернет-магазине издательства «Титул» скопировать ссылку со всеми аудиофайлами, они здесь даются бесплатно, и послушать и убедиться, что вам эта песня и вообще этот сборник очень хорошо подходит. Можно спеть песню «Month of the Year». Плюс, опять-таки, нам дается дополнительное упражнение, то есть мы можем целый урок работать именно вокруг песни, с песней, и я думаю, что учащийся с мотивацией проблем никаких не будет. Можно спеть песню из Songs and Poems for School уже и, допустим, напомнить с учащимся там, 5, 6, 7 классов английский алфавит, да, используя песню The ABC Song. Можно использовать различные песни, например, Summer Holidays Are Gone и многие-многие другие. Также хочу напомнить, сегодня я не вставил для того, чтобы получился у нас с вами компактный, интересный вебинар, но у нас еще есть замечательное пособие Радислава Петровича Нируда, это новинка, развивающее задание стихи и песни. Я думаю, что многие успели увидеть его на предыдущих вебинарах, я его как раз показывал. Там тоже много интересных и заданий, и песен, это все для начальной школы. Я думаю, что в вашей работе они бы могли очень хорошо пригодиться. Онлайн-экскурсия. Тоже недооцененный, скажем так, продукт, недооцененная история, которую можно реализовать на уроках. Например, вот я нашел несколько ссылок, которые, поскольку я думаю, многие из вас знают, что с флешплеером все сложно,
Вот, данные ссылки работают без флеш-плеера, поэтому все очень удобно. Что мы здесь можем увидеть? Например, Петергоф с высоты птичьего полета, плюс также есть фотографии. То есть может какой-то учащийся подготовить онлайн-экскурсию и провести ее для одноклассников благодаря вот такому ресурсу. Вторая ссылка – это использование возможностей Google. Очень много 3D-панорам у Гугла есть по различным музеям. Так, например, следующая ссылка, я ее сократил в краткую ссылку, мы можем посетить таким образом в очень хорошем качестве Центральный музей Великой Отечественной войны. Поскольку я в нем был, могу сказать, что практически как один в один. А благодаря вот Google мы можем также провести такие онлайн-экскурсии и по лондонским музеям, ряд из них имеет такие версии, и по музеям просто бесконечного количества стран. Обучающие компьютерные программы, чем нам могут помочь? Они способствуют достижению метапредметных результатов, конечно же. Они развивают умение корректировать деятельность. Вот Татьяна пишет, эх, если бы интернет-кабинет. Да, есть небольшое но, что не всем это подойдет, потому что, я имею в виду про 3D-экскурсии, поскольку не у всех есть интернет. Но есть замечательный способ, я вот только что придумал, как, собственно говоря, нивелировать эту проблему. Учащийся, подготавливаясь заранее, это такой проект стоит готовить дома, снимает видео с этой 3D-экскурсии, для того, чтобы потом в классе все это воспроизвести уже в таком офлайн-варианте, запустить видео и, соответственно, рассказать, что и где и как можно увидеть. Так можно, а можно ссылки на экскурсии в чат. Вы знаете, мы вот буквально в ближайшие 2 дня выложим презентацию вы сможете скачать, там ссылки будут. Просто, к сожалению, я не могу скопировать со слайда. Если бы мог, я бы с удовольствием выложил в чат. Вообще, я обычно такие вещи ищу вот каким образом. Либо онлайн-экскурсии, либо 3D-экскурсии для учащихся. Я точно могу вам сказать, что в Москве исторический музей таким образом отражен, что есть замечательная онлайн-экскурсия по музею. Сейчас скажу, на Лесной улице, да, под такому интересному центру. Это я про Москву. И еще можно много чего интересного, я думаю, найти. Как записать такое видео? Вот, Мария пишет, наберите Петергоф, там все есть на сайте, говорю, как житель Петергофа. Да, как я вам завидую, Мария, такое красивое место. Плюс всегда можно пообщаться с иностранцами. Для этого достаточно нужно сделать несколько шагов в сторону самого музея-заповедника. Итак, как записать такое видео, да, в 3D? Есть замечательная бесплатная программа OCaM, которая позволяет воровать видео с экрана. Вот, так что можете еще и таким интересным вещам учащихся научить, да, когда они сами прошли маршрут, потом включили на запись, прошли его еще раз, в классе запустили уже как видео и, соответственно, рассказали всем экскурсию такую, момент погружения попробовали совершить. Также они могут подготавливать очень интересные различные доклады, например, из последнего такого интересного, что мне попалось. Может быть, кто-то расскажет про новую ветку метро, которая буквально вот со дня на день откроется. Она называется Elizabeth Line, в честь Елизаветы II. Можно рассказать, в принципе, про систему транспорта в Великобритании. Тоже очень много интересного. Они, поверьте, не узнают. То есть, скажем так, проводить уроки в формате того, что учащиеся говорят на английском языке и знакомятся с чем-то интересным, одноклассников. Можно даже предложить им озвучить, какие темы им бы интересно было послушать и услышать, и разобрать между собой, кто бы мог озвучить ту или иную тему. Это так по-взрослому интересно. Все это будет на английском языке, соответственно, все будет полезно. Главное, чтобы тема была так хитро названа, чтобы они не могли просто взять и скопировать
какую-нибудь ерунду, которая выложена в интернете, да, какой-то там неудачный реферат или неудачную презентацию, и попытаться ее выдать за свою кропотливую работу. Обучающие компьютерным программам, давайте вернемся к ним. Они также развивают готовность, способность к информационно-познавательной деятельности. Они развивают умение использовать схемы и модели, знаки и символы для решения учебных задач. Формируют и развивают компетентность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. И я использовал, ну, вот так как раз в мае на последних уроках очень успешно обучающие компьютерные программы с третьим, четвертым классом и даже с классами постарше. Вы знаете, даже на базе обучающих компьютерных программ учащиеся не замечают, что они работают с тем материалом, с которым они буквально недавно работали уже, который они проходили. То есть они не воспринимают это как повторение одного и того же. Они очень быстро вовлекаются и с азартом выполняют различные задания. Поэтому, конечно же, недооценивать их потенциал было бы нелогичным и неразумным. Можно совершенно спокойно приобрести эти обучающие компьютерные программы с электронной доставкой. Это скриншот с нашего интернет-магазина на englishteachers.ru. Когда вы заходите на englishteachers.ru, достаточно нажать вкладку «Интернет-магазин». Здесь, к сожалению, с большого экрана дело не видно, будет поле, как, электронные приложения или электронные учебники. Вот, заходим туда и, собственно говоря, мы видим, электронное учебное пособие, вкладка называется, и видим, что можно с электронной доставкой приобрести любую обучающую компьютерную программу, использовать ее на уроке, на своих занятиях. Ну что же, таким образом мы подходим к концу. Как я и обещал, да, специально старался, чтобы именно сегодняшняя наша встреча была очень бодрой, но при этом в темпе. Да, потому что я прекрасно понимаю, что вы все уже сами под конец года устали, не готовы воспринять информацию по 1,5-2 часа, как это в последнее время получалось. Итак, что же можно сделать, вывести в заключение вывод? Не стоит бояться использовать творческий подход на занятиях. Реализуйте свои идеи, сейчас самое время, никаких проверок уже не будет. Планы уроков, я думаю, что никто уже спрашивать точно не будет. Поэтому притворяйте в жизнь все то, что вы стеснялись делать в течение всего учебного года, либо не находили на это времени. Учащиеся стали устали, а основной материал пройден, нужны интересные формы для продуктивности уроков. Потому что если мы будем проводить уроки, а у многих и учебники пройдены, скажем так, по формате повторения того же самого или же в формате обычных наших занятий, скорее всего, продуктивность у этих уроков будет 0,00. Займитесь всем тем, на что не хватило времени в учебном году. Не стоит этого стесняться. Любая ваша идея, затея, возможно, даже намного интереснее, чем я сегодня предложил, может быть реализована как раз в это время. И поверьте, учащийся, скорее всего, при правильном подходе, при правильном посыле, будут увлечены этой работой с удовольствием. Подскажет вам, что эта идея была действительно стоящая и что они очень довольны прошедшим уроком. И самое главное, что они еще и при этом получили пользу, у них развились навыки в английском языке, они узнали что-то новое, либо закрепили в новом формате полученные знания. На этом, собственно говоря, у меня все. Если есть вопросы, то давайте я на них отвечу. Еще раз повторюсь, что презентация будет завтра либо послезавтра выложена на englishteachers.ru. Ссылки, которые я там указал, останутся на презентации. И тогда вы их уже сможете скачивать совершенно спокойно с презентации, копировать эти ссылки. Сейчас я вам дам код, конечно же, для скачивания сертификата. Уже ходят слухи, что аттестацию будут проходить в электронной форме, то есть не будет приезжать проверяющий, а мы будем присылать все в электронном виде, и, соответственно, это будет анализироваться, поэтому скачивайте сертификаты, я думаю, что они еще больше вам в ближайшее время будут пригождаться. Спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, что
это был не зря потраченный час, что вы что-то интересное, полезное вынесли. Напишите, если сегодняшняя встреча навела вас на какие-то мысли или сподвигла на какие-то творческие подвиги. Буду только этому рад, потому что я такую цель, собственно говоря, и преследовал. Также хочу напомнить о том, что у нас еще пройдут вебинары в мае. Это не последний вебинар в мае, летом будут вебинары. Бесспорно, не зря. Не зря, спасибо большое, Ольга, очень приятно. У нас будет вебинар 24 мая, 29 мая, опять-таки, вы увидите меня. И даже 31 мая мы с вами... и с моими коллегами встретимся, да, у нас запланированы очень интересные темы, поэтому присоединяйтесь, участвуйте, я думаю, что вам понравится. И, как я говорил, летом тоже эта деятельность не остановится, поэтому, если есть настроение и возможности, присоединяйтесь, следите, графики мы также будем вывешивать. Хорошо, спасибо большое, всего доброго. И до новых встреч!